Девочки, у меня первая фиалка зацвела. Тут набирает цвет. Тут я геранечку пересадила. Здесь вот такие что-то вялые. И здесь набирает цвет. Этот стоит в банке полудохлый. Ну и тут у меня рассада. Пойдемте покажу еще одни цветуечки. Ну, так себе. У нас вчера тепло было, а сегодня здесь еще нет. Ну, хотя нет, и вот здесь есть цветочки, набирает. А это мой парничок. В парничке тоже уже такие хорошенькие. Ну, вот, девочки. А это мой единственный, который Валюша мне подарила. Сегодня полью янтарной кислотой. Вот такой у меня еще есть цветок. Привет, дорогие мои друзья, мои подписчики, гости моего канала. Мои бравенькие девочки, мои матушки, я вас всех приветствую. Надо приготовить поесть. У меня курица разморозилась. Вот. Вчера я сварила себе три свеколки. Сегодня я сделаю с солеными огурцами. Вчера купила томатиков. Я очень люблю эти фламенко. Как они правильно? Фламенко. У нас, девочки, сегодня холодно. Вчера у нас такой день был. Не знаю, включите мне этот цвет. Вчера у нас был очень хороший день, прям, да. Вот, сейчас я себе помою курицу и, наверное, с луком и со сметаной приготовлю. Я уже не знаю, девочки, что готовить, я только выбрасываю. Да, мне проще, конечно, ходить в кафе. Вот, что за натура? Люди приготовят и все съедают. Я нет, девочки, я нет. Вот. Сейчас помою я эти, как они называются, будоражечки. Вот такие штучки. Голени, голени, да, девочки, это голени, я знаю. Знаю, мои матушки. Практически все знаю. Но меня все учат и учат, и учат, и учат. У меня иногда такое впечатление, что я как, я себя чувствую иногда дауном. Ой. Ну ладно. Такова жизнь блогера. Мы будем вас слушаться и повиноваться, девчонки. Так, сейчас я это все дело посолю. Так, солю я только вот так рукой. По-другому я не понимаю. Наверное, все хозяйки жменьками солят. А может и не все, может кто-то и без соли ест, может такие люди есть, я не знаю. Так, как мне сделать их повкуснее, чтобы я их съела? Ну, съесть-то, конечно, не съем. Девочки, очень много выбрасываю, прям грех, конечно, но ну вот не съедаю, а потом это все такое. Так, сюда я насыплю, наверное, хмели, сунели. Девочки, что вам сегодня рассказать, мои матушки, чем вас порадовать? Так, еще у меня есть паприка. Немножко паприки хероманчи сюда насыплю. Ну, вы-то хозяюшки, я-то так себе. Так, что еще мне сюда? Я, видите, теперь какая культурная. У меня все культурно сложено, как велели. Так, у меня где-то был... Молотый, этот, как он называется, скажите, чеснок, по-моему, нет. Ой, девочки, чего у меня только нет, вы не представляете. Ой, боюсь показывать, опять скажут реклама, я уже боюсь людей боюсь. Это же какой-то кошмар, больше, девчонки, ничего не буду показывать вам, ничего. Ну что, нету чеснока. Был вроде. Может, тут есть. Ну, тут есть такой. Такой у меня. Что-то говенный, знаете. Ой, так это не чеснок уже. Это одно название. Вот что-то так холодно на улице. У меня окно открыто. Я же куряга. Окно все время открыто. Ненавижу запахи дурные. Вот. У нас в подъезде, наверное, никто не курит, мне кажется.
А, нет, один парень курит. Но он на улице курит. У нас парадный никто не курит. Никто. И даже я не курю, девочки. У нас парадная чистота и порядок. Убираются у нас неплохо. Но у нас никогда ни разу не делали ремонт. Ну, понарошке, знаете, кто-то деньги отмывал. Один раз у нас сделали нарошечную покраску. Краска уже давно отвалилась, я вам как-то рассказывала. И на этом все. Вот насколько народ терпеливый, да, у нас? Вот скажите, насколько терпеливый народ? Вот такая власть. Все никак не нажрутся. А вы говорите... Ладно, не буду говорить уже. Только себя драконить. Не буду ничего вам больше говорить. Буду молчать, как рыба об лед. Вот так. Они себя вот у нас на доску почета вешают. Да, у нас висят, да. Так что вот так. Да, вчера я опростоволосилась с этим фитнесом. Как я забыла, что баня не работает. Но я все равно, девочки, поплавала. Шагов, правда, у меня вчера мало было, около 7 тысяч, это ни о чем. Не знаю, сегодня вот может пойти сначала в парк погулять, а потом пойти в бассейн. Так опять же нахожусь, до бассейна не дойду. Да, девочки, как ни газись, как ни хорохорься, а старость, она потихоньку подвигается. Ну, в каком плане? Конечно, я тут не умираю, слава богу, конечно... Слава Богу, здоровье есть, и дай Бог каждому, чтобы мы были здоровы и чтобы мы были крепкие. Но потихоньку я уже понимаю для себя, что уже где-то бы побежала, разбежалась, а где-то уже все. Ну, больше, конечно, лень, матушка, больше лень. Вот, ну не знаю. Сегодня я опять сделала себе маску. Девочки, ну, конечно, это... Конечно, это же не панацея, это естественно. Мне кто-то написал, ой, я не поняла, не веришь, что ли, что я делала с масс-лифтом, типа она стоит 200 тысяч. Она не 200 стоит, девочки, я вам больше скажу. Она стоила много-много лет назад 300 тысяч, 300. И только потому, что я работала, я вернула еще налог. Сейчас... Не знаю, самозанятым, наверное, налог не возвращают, но, наверное, нет. А раньше, да, да. Но если бы я пошла делать какую-то операцию, к примеру, она мне, конечно, к чему. Вот. Многие думают, почему-то пишут, что ради мужиков надо улучшать свою фигуру и улучшать свое лицо. Только ради мужиков. Я вообще не понимаю, чтобы я ради мужика... Да нахера бы они мне нужны были, эти мужики, господи. Но неужели вы не можете без мужиков жить? Живите вы и радуйтесь. Какие нахер мужики? Тем более в наши годы. Ну что смеяться-то? Ну что смеяться уже? Ну, мужики, и прям смешно. Вот правда смешно. Блядь, неужели вам правда? Я удивляюсь. Это, ну мне кажется, я не знаю, конечно, девочки, я никого не осуждаю. Мое масло Кхи, новая банка. Ой, хотя вам не надо сильно показывать, почему-то все у нас идет теперь за рекламу. А самое главное, так переживают. Это же реклама. И что? И что? Вы так... Вот я уже в одном ролике сказала и еще буду говорить. А вы что, девочки, так переживаете, что дяденька, который сел блогером на шею, недополучит, что ли? Вы так переживаете, да? Или что? Я не знаю. Я считаю, что... Дяденька сидит хорошо на попке ровно. Вы даже себе представить не можете, как этот дяденька сидит. Так, сюда я плеснула соевого соуса, который я, собственно, не очень-то и люблю. Ну ладно, плеснула, для чего, сама не знаю. Может, вкуснее будет. Фу, воняет так. Ну, воняет, знаете, чем? Вот этим соевым соусом. Не люблю я это. Это все и не наше, девочки. Соевые соусы напридумывали. Это все не наше. Родители готовили вон все на масле, и нормально ели мы, и здравствовали, как говорится. А сейчас соевый, хероевый, каких только не придумают. По-моему, одна нога у меня волосатая пошла, что-то я забыла ее ободрать. Ну ладно, потом выброшу. Ой-ой-ой-ой, девчонки. Вот.
Вчера зашла в Ашан, сама не знаю, что ей покупать. Господи, продукты все, говнище одно. Раньше покупали что-то самое нужное. Покупали и готовили. Сейчас не знаем, что придумать, что бы мы ели. Сейчас уже извращаемся как только можем. Но я-то типа бьюти-блогер. Может, со сметаной? Не, я уже соевого насыпала. Девочки, ушла из кадра. Лук собираю, красить яйца буду. 3 яйца своих несчастных. Или 2. Я не покупаю ни краски для яиц уже, ничего такого. Вот, луком накрашу и все. Я ненавижу эти наклейки дебильные. Прям просто дебильные, я считаю, наклейки. Яйцо потом не почистишь. Не, ну, конечно, можно взять такую наклеечку. Маленькую. Ну, не люблю я все равно, нет. Я вот люблю все по-простому. Все по-простому, покрасил, как наши родители. И за ушами трещали эти яйца. Вы вспомните, сколько мы на Пасху яиц ели? Это же вообще кому сказать только. Ну, хотя нет, хотя вы-то не ели, я забыла. У меня почему-то как не комментарии, так вот, все в норковых шубах, бриллиантах. А у меня вопрос к вам, кто оставил комментарий, что шуба для женщины и бриллианты – это ее достаток. Вы серьезно? А если шубы нету, нет достатка? А, ну, наверное, не знаю даже, как сказать. Вот она мне нахер не нужна, шуба. Вот поверьте мне, если бы мне даже сказали, прорекламируй шубу и оставь себе, я бы сказала, нет, спасибо, дайте денег. Я куплю себе 15 курток и буду их менять. И буду ходить такая вся модная, в легеньком, и красивая, и моложавая. А шуба? Шуба это же все, старушка. Старушка из Ирги. Во-первых, шуба, она что? Ну нет, не старушка, конечно, девочки. Вы не обижайтесь, у кого шубы. Но я думаю, уже основная масса пришла. Не, понятное дело, кто живет там на севере, это натуральный мех, это для тепла, это понятно. Но в Питере, вы можете представить, в Питере в шубе. А, хотя у меня подружка в Сибири, моя подружка, она купила, наверное, 3 года назад шубу, она ее надела 3 раза. Она проклинает тот день, когда она купила эту шубу. Она говорит, она мне не нужна. Она мне не нужна. Сколько я женщин знаю, которые вообще говорят, нам не надо этих шуб. Поэтому, девочки, у каждого свое мнение. Мое такое, ваше такое. Точно так же с золотом и бриллиантами. Когда мы подходим к краю своей, так сказать, жизни, существования, уже это меньше всего колышет. Вот это у меня сегодня будет едьба. Вы хоть представляете, как сегодня будет мне вкусненько? Вот такая вот еда. Вот. Я высыплю сюда лучок сверху. Да, я тут не стараюсь ни на камеру, ни без камеры. Готовлю чисто для себя. Может, сметаны потом сверху все-таки бахнуть? Чего вы молчите-то? Бахнуть или не надо? Не, наверное, не буду. Что-то у меня фрукты не идут. Так. Одела фартук, знаете, для чего? Свеклу почистить. Хочу свеколочки. Вам что там, видно? Видно. Так, хочу свеколочки, да. Не знаю, может... А, чеснока у меня... Ну, с чесноком я не люблю. У меня, девчонки, уже чеснок, который сырой, он у меня уже давно не приживается в желудке. У меня начинается такое газообразование, такие рези просто, как будто у меня там зонтик запихали и расправили. Вот, сейчас свеколку. Наверное, сделаю с огурчиками такой салатик и буду с курочкой подъедать. Валюша мне дала целую банку огурцов. Сейчас я натру на терочке. Я люблю натерочку. Можно было и порезать, но я люблю натерочку. Кто-то любит, наоборот, кусочками. Вот. Сегодня пойду, да, девочки, сегодня пойду я в бассейн обязательно. Пойду в баньку. Пойду погуляю, пошатаюсь. Потому что если я остаюсь дома, то все, хана. Кровать, сигарета, кухня.
кухня, еда, холодильник. Все. У кого по-другому, можете мне написать. Я не знаю. А убираться я уже тоже устала. Мне уже это тоже обрыдла вся эта уборка. Вы бы видели у этого блогера диван. Я прям думаю, господи, как хорошо, что у меня есть такой диванчик. Куда бы я это все барахло складывала? Без конца переодеваюсь, без конца что-то там снимаю, без конца, но не хочется в одном и том же. Спасибо Васильку, хоть одел. Да, без Василька мне бы было не очень. Но многие воспринимают это как за здравие желаю. А я вот, например, очень благодарна Васильку. Я прям желаю, чтобы они процветала компания. Я очень довольна. Правда, девочки? Правда, скоро, наверное, придется вам рассылать половину. Ну, мы будем потом, наверное, скорее всего, разыгрывать, и я буду отправлять кому-то. Ну, если кому надо. А если вы, конечно, в норковых шубах ходите, какой вам Василек? Я даже постесняюсь вам и предложить. Вот. Так, терка где? Терка вот. Сейчас мы потрем свеколушку. Девочки, хочу куда-нибудь уехать, не знаю куда. Посоветуйте, куда бы вы поехали? А может мне в Белоруссию в санаторий съездить? Ну не хочу я что-то дома быть. Я же одна все время, мне уже надоело одной. Не люблю и общество, не люблю толпу, не люблю коллектив. И одна уже устала. Вот и пойми меня. Слушайте, а может мне огурчик тоже на терочке? Как вы считаете? Я думаю, будет очень, даже очень. Сейчас я посмотрю. И будет очень даже вкусненько. Ешьте, девочки, свеклу. Не бойтесь никакого гликемического индекса свеклы. Ешьте на здоровье. Не смотрите это, этих нутрициологов. Они вам там нагородят. Только деньги плати. Я вам как главный диетолог скажу. Ешьте, кишечник работать будет. Кишечник будет работать. А это значит... Уже большой плюс. Всю жизнь свеклу ели. А сейчас свеклы боятся. Гликемический индекс высокий. Охренеть можно просто. Свекла – доступный овощ. Доступный. Так, что тут у меня? Девочки. О, все подсохло. Так, убавляем. Убавляем. Что, я там много вам? Ой, вон, девчонки. Я еще не завтракала, девочки, мне еще рано, время только 9:30. Мне просто тут кое-какая работа, поэтому я рано встала. Встал я утром, 7 часов, нет резинки. Знаете, от чего? Боюсь петь дальше. У меня же нельзя петь такие песни, нельзя. Я утром. Так, где баночка? Вот она, моя любимая баночка. Ой. Ой, дай бог здоровья моей Валюше. Валюша мне целую банку огурцов. Хозяюшка, посмотрите, какие у нее огурчики. Посмотрите. Вот такая у меня подружка. Да. Ей для меня ничего не жалко. Она знает, что я хороший человек. И мне для нее ничего не жалко. Ой, хорошая женщина. Очень хорошая. На моем пути жизненно попалась вот такая женщина. Ой, как открыть-то? Валя, как ты закатала ее? Что, Уля, открыть не может? Сейчас чуть-чуть поддену вот этой. Если подденется. Хрена лысого подденется. Ну, Валя. Ну, закатала. Сейчас, девочки, попробуем. Блядь, ну как открыть-то? Господи, прости мою душу грешную. Как вот тут матом-то не ругаться? Ой. Девочки, я боюсь нож загубить. Ну, Валюля. Ну, Валюля у меня. Ай, никак. Девочки, я давно... Ничего не закрываю, никаких огурцов, никаких помидор. Я и раньше-то особо не закрывала, потому что у нас это все не очень шло.
Да. Муа, муа, муа. Муа. Ой, как вкусно, девчонки. Очень вкусно. Какие вкусные огурцы. Валечка, большое спасибо тебе, матушка моя. Она мне еще дала грибов. Так что я теперь... Ой, какие вкусные. Я бы ела их и ела. Ой. Ну, она такая, да. Она, знаете, какая у меня? Она спокойная, уравновешенная женщина. Не такая, как я. У меня пыр-пыр, семь дыр. Все. Она у ней как-то все по плану, она так все медленно, все с толком, с расстановкой. А я не. Вот поэтому мы все разные. Конечно, мне только такой товарищ нужен. Ну, девочки, мне надо спросить у нее рецепты, я вам скажу. Ой-ой-ой, как вкусно. Посмотрите, девчонки, с какой любовью сделано. Чеснока полбанки. Буду беречь. Ой, как вкусно. Ой, как вкусно. Дядь, куда поставить? Господи, прости. У меня еще... А что же она мне еще дала? Она мне дала грибы. А, два вида грибов. Два вида грибов. У меня еще там ее грибы. Девочки, ну как вам мой салатик? Скажите... Просто ураганище. Какое нахер авокадо? Кто там придумал это авокадо есть? Говна кусты. Вон, валяется, никому не надо. Авокадо. Ну, кому оно нужно, это авокадо? Кто уж у нас такой авокадный? Нет, я считаю, что есть надо нормальную русскую еду, русские овощи. Ну, и русские, не русские там, кто где живет. А то девчонки обижаются, что я только про русских говорю. Девочки, говорю про русских, потому что забываю про вас. Я же мне не кажется, что меня смотрят кто-то другой. Хотя, я хочу сказать, у меня столько подписчиц, которых зовут там, допустим, Динара, или там зовут Айгуль, ну, к примеру, я говорю. И ни разу ни одного грубого слова поганого не написали. Вот это меня просто удивляет, просто. Хотя я должна принести им извинения, и я даже не стесняюсь, и я перед ними извиняюсь. А знаете почему, девочки? Вот все-таки у нас вот это наша русская натура. Обидеть, возвыситься, унизить. Это наша русская, понимаете? Чтобы вот, а ты не знаешь, а я сейчас тебе покажу. И вот сколько пишут эти девчонки, я не знаю, откуда они. Я не знаю, татарочки это или может, с Узбекистана. Я не знаю. Вот. А что ты... Ну, вот я и говорю, вот этот... Он дал темный такой осадок, этот... Как он называется? Соевый соус. Не, я его никогда никуда не добавляла и больше добавлять не буду. Мне такое не нравится вообще. Фигня, а не соус. Нахрен он нужен, только мне курицу всю испортил. Так вот, девочки, я вам хочу сказать. И вот сколько девчонки пишут, ну, девчонки такие же, как мы с вами, девчонки, ни разу не оскорбили, ни разу не обозвали. Ну, наши уж, и так, и меня учат. Ну, вы думаете, в 60 лет, через 2 месяца 61, или через сколько, апрель, май, июнь, через 3 месяца, ну, чему меня можно научить? Ученого учить, как моя мать говорила, ученого учить только портить. И это, девочки, правда. Вот, мои матушки, спасибо вам за ваши комментарии. Огромный привет Верунчику моему любимому из Греции. Очень хорошая женщина, я ее прям полюбила. Мы прям дистанционно дружим. Я не заискиваю, девочки, очень много. Из Барнаула у меня Наталья пишет, спасибо большое. Ой, я даже вот сейчас всех не вспомню. Марина с Белоруссии, мы уже давно дружим. Ирина Геннадьевна с Иркутска.
Да много девчонок, я сейчас всех не вспомню. А ну попробуем, девочки, мой салат. Обалденные. Это вкуснее, чем винегрет. Вкуснее. Я в прошлый раз вот такой салатик сделала, я его за два раза слопала. Девочки, очень вкусно. Еще с варюшенными огурчиками. Это вообще бомба. Бомба бомбическая. Валя вообще у меня молодец. Она и за грибами в прошлом году. Ну, у них, правда, сваты там где-то живут. Ой, не живут, у них дача там. Вот, она к сватам ездит, грибы собирает. Девочки, прям не остановиться. Какой же вкусный салат. Делайте. Блядь. Вот это же уронишь, понимаете? А потом еще раз выпечешь. Это вообще кирдык просто. Да, нафига я наворочила туда этот... Как он называется-то? Короче, вы поняли. Соевый соус. Вот. Вот такие вот дела. На YouTube буду сейчас показывать очки, девчонки. Посмотрите для себя, миленькие мои. Вот. Буду рекламу показывать. Вот. Очки там у них недорогие. Хотя я не знаю, сколько они на самом деле стоят. Ну, наверное, по-разному, да? Ну, что-то там у них вроде как и недорого. Очки неплохие, посмотрите, обратите внимание. Я не знаю, научусь я в очках от солнца ходить или нет. А мне бы надо, девочки. Я даже на море. У меня же есть подружка, ну, с которой я сейчас не общаюсь. Она для меня даже брала запасные очки, когда мы летали, ну, за границу куда-нибудь отдыхать. Она брала для меня какие-то фирменные очки, которые там с какими-то прибамбасами. Я не понимаю у них ничего, в этих очках. Я их один раз надела, сказала, на, спасибо, не надо. Вот. Ой, салат, девчонки, вот такой готовьте. Особенно, кто в деревне живет, я думаю, там у вас и свеклы за валом, и огурцов полно. А вообще, я хочу сказать... Вот деревенским женщинам все-таки вот сколько... Они ж всю жизнь трудятся. Нам, городским, даже вот и не снилось. Ну, я-то хоть не городской житель, но уже достаточно давно, лет, наверное, 40. Наверное, больше уже живу в городе. А по большому счету, вы представляете, во дворе, в сарае, дома. Дом надо поддерживать. Воду, ну это хорошо, если у кого водопровод домой проведен, а если нет, ведрами, да и да, ой-ой-ой-ой, а если скотина, это же каждому дай, убери, вычисти, все вынести надо, навоз тяжелый, я как сейчас помню вот этот навоз, рассаскивал у себя на даче, так я до сих пор все, я аж себе спину тогда свернула, полные носилки нагребали и я таскала, я вообще не понимала, где нельзя? У меня раньше вообще не было понятия. И вообще у нас в семье бери, тащи и все. И никто никогда тебе не посочувствует. Это я вам честно скажу. У нас никогда ни мать царства небес, ни отец не скажет, что там нельзя, ты девочка или что. Я вообще не понимала. Поэтому, наверное, вот такие руки, как у штангиста всю жизнь. Вот. И поэтому, когда мы, помню, на даче уже здесь, у меня в Сяльгах была дача, мы растаскивали навоз. Ой, я себе всю спину тогда, всю. У меня сейчас протрузии, вы не представляете. По всей спине. Вся кривая, косая. Да все, наверное, так. Все, кто работает. Это, знаете, кто на жопе ровно просидел за счет мужичков. Кто вовремя ножки раздвигал. Уж извините меня за такие подробности. Вот у тех все хорошо. Шиньончик оденут, поправят. Чего у меня все время вот здесь какая-то как... проплешина. Надо, наверное, здесь начес сделать, девочки, да? Херня какая-то. Да ну, красиво баба. Посмотрите, какая красивая баба. Ну, куда деваться? Куда с добром? Все, девочки, буду дожаривать. Спасибо моей матушке, что остаетесь со мной. Спасибо. А, я вчера лак себе купила. Я вам показывала. Лак купила. Тут, наверное, на две покраски, может. Вот. Ну, вот и все. Всем пока-пока. Всех люблю, обожаю. Спасибо за лайки, спасибо, что остаетесь со мной. А с вами была Ольга Брайенко. Пока-пока.